Дан старт новому круглосуточному информационному проекту. «Якутия-24» представит зрителям самые свежие новости, происходящие в стране и республике. Тему продолжит наш корреспондент. 4, 3, 2, 1. Поток свежей информации круглые сутки. События, чрезвычайные происшествия, новости экономики и спорта. «Якутия-24» перешла на новый формат. Слово «круглосуточный» тут подразумевает то, что каждый час новости, в какие-то пиковые слоты будут новости каждые полчаса. Также будут отраслевые репортажи. Это промышленность, транспорт, строительство, ЖКХ, энергетика, ну и так далее. 150 квадратов, студийный павильон, сразу 3 съемочных площадки. И изюминка новой студии теперь – новостейщики работают за стеклом, как символ честной работы и только правдивой информации. По аналогии, как работают другие крупные, в том числе и федеральные круглосуточные каналы, чтобы показывать, что мы действительно находимся здесь и сейчас, что корреспонденты «Якутия-24», она не в самой гуще событий, чтобы максимально передавать вот всю полноту новостей, чтобы ничто не терялось у нас, чтобы телезритель мог понять, что вот действительно «Якутия-24», они самые оперативные, и они действительно вот на месте событий работают. Что касается новостей на канале НВК «Саха», здесь все останется без изменений. Та служба информационных программ, которая, собственно, объединена в единую службу на телеканале, также будет заниматься производством и новостей на якутском языке для телеканала НВК «Саха». То есть зрители НВК «Саха» ни в коем случае не потеряют новости на якутском языке, как были утренний блок, блок в 10 часов, час 13.30, 18.00 и 20.30. Это мы все для зрителей республиканского основного флагманского телеканала мы сохраняем и оставляем. Два сайта, два официальных языка республики. Теперь весь новостной контент «Якутия-24» на одноименном сайте. А nvkonline.ru продолжает работу, но полностью переходит на якутский язык. Мы делаем упор на социальные сети, то есть жители Якутии генерируют новости сами. Мы рассматриваем каждое поступившее сообщение и оперативно реагируем на это, если есть инфоповод. Также самая интересная подборка выйдет в эфир. Вещание в 5 городах республики – Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. Из этих городов планируются регулярные прямые включения. Канал находится на 21-й кнопке у всех кабельных операторов, которые работают на территории Якутии. Оксана Устинова, Нюрбиана Иванова, Иван Семенов, Василий Слепцов, Якутск.